Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я приготовил для вас просто классный рецепт, который со стола уметут просто в миг. Это вкуснейшая яблочно-ягодная шарлотка. Интересно? Поехали! Смешиваем 3 куриных яйца с сахаром. Добавляем 200 грамм сахара и перебиваем все это до однородной пышной белой массы. Взбиваем до белой пышной массы, чтобы у вас образовались такие пузырьки и масса увеличилась как минимум вдвое. Итак, добавим сметаны. Добавили 200 грамм сметаны, добавляем разрыхлитель 5 грамм. Добавим немного корицы. Если так посчитать, это примерно без горочки 1 чайная ложка. Теперь все это соединим до однородной массы. Последнее мы добавляем 200 грамм просеянной муки. Кстати, как вам моя чашечка? Нравится? Недавно подогнали. И все смешиваем до однородной консистенции. Подготавливаем форму, всю ее смазываем сливочным маслом. Добавляем на дно яблоко, нарезанное дольками, 3 штучки. И добавляем ягоду. У меня черная смородина. Примерно 1 стакан. Заливаем нашим тестом. Делаем это по кругу, чтобы равномерно все разошлось. Ставим температуру в духовке 180 градусов и отправляем нашу шарлотку на самый низ. Ну что, 45 минут и у вас готова прекраснейшая шарлотка. На подготовку у меня ушло где-то около 7-8 минут. Это прям идеально. Она готовилась с любовью, с душой. Я думаю, что вы также приготовите со всей душой. И всегда, когда проверяете шарлотку, обязательно берете деревянную шпажку или, допустим, спичку, проверяете, опустили, достали. Если она сухая, значит она готова. Ну что, мои уважаемые, готовится она очень легко, очень просто. Улетает в семейный вечер просто идеально. Яблоки есть всегда. Яйца есть всегда в вашем холодильнике, поэтому, знаете, такой рецепт, который и на каждый день, и на праздник можно, вообще универсальный, и очень крутой, и очень проверенный. Я вам желаю приятного аппетита, а я бегу пробовать свой пирог. Вы со мной? Восхитительно. И рекомендую добавлять ягоды, потому что они дают свою изюминку этому пирогу. А я желаю вам хорошего настроения, всегда позитивных и добрых людей рядом с собой. Всем пока!